Всероссийское движение «Готов к труду и обороне» продолжает набирать обороты. Все больше жителей приобщаются к здоровому образу жизни и получают значки отличия. Сегодня на Кубани осуществляют работу 65 центров тестирования ГТО, а на сайте зарегистрировано более 1 миллиона 137 тысяч жителей региона. Кубань занимает первое место в России по данному показателю и радует, что не только трудовые коллективы и школьники активно участвуют в спортивной жизни края, но и просто жители. Они объединяются и вместе сдают нормативы ГТО. Прежде всего я хотела привести своих деток, чтобы они поучаствовали и смогли себя проверить и прошли данные нормативы. Вот. И в прошлом году участвовала вместе с ними, прошла все нормативы на золотой знак ГТО. И сейчас готовлюсь на краевые соревнования, буду участвовать за Славянск. На протяжении нескольких лет в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса наш муниципалитет занимает лидирующие позиции. Сегодня на сайте ГТО Славянского района зарегистрировано более 40 тысяч жителей разного возраста. Можем сказать, что в этом году, как и в прошлом, мы стали победителями в зимнем фестивале, благодаря тому, что население активно принимает участие это и в поселениях, и в городе предприятия активно работают. Ну и благодаря тому, что поддержке нашей администрации у нас есть все оборудование, мы можем выезжать, не только одна бригада может выехать судейская, но сегодня мы уже двумя и тремя бригадами выезжаем, нам оборудования для этого хватает. С начала этого года в сдаче нормативов ГТО приняли участие более 8 тысяч славянцев. Свыше 2 тысяч получили значки отличия, причем 50% из них – золотой пробы. Присоединяйтесь к большой спортивной семье Славянского района. Живите ярко и активно. По всем вопросам участия в сдаче нормативов ГТО обращаться в Центр тестирования Славянского района по телефону 7 37 05.